Тематический круглый стол, приуроченный к профессиональному празднику сотрудников кадровой службы, проходит в Центре занятости ежегодно. Здесь подводят итоги, обсуждают актуальные рабочие вопросы и уточняют последние изменения в трудовом законодательстве. По традиции, в этот день отмечают и лучших специалистов, которые вовремя предоставляют отчеты и активно участвуют в программах по занятости населения. В этом году благодарственные письма за качественную организацию кадровой службы получили 15 специалистов, представляющих государственные и коммерческие предприятия, в их числе и начальник отдела кадров нашей телекомпании Татьяна Воронкина. В каждой организации есть отдел кадров, и в нашем муниципалитете нам очень повезло, что мы сталкиваемся с профессионалами с большой буквы. Настолько ответственно подходят к выполнению наших мероприятий, программ, да, настолько четко отрабатывают, ответственные.